ремонтируют. Что это такое? Это что ужас какой, а? Твою мать, вот падлы. Вот падлы-то, а? Это что ужас какой? Это вот падлы люди, я не могу. Вот падлы. Падлы, а? Муж позвонил в управляющую компанию. Они сказали, что они ни при чем. Звоните в капремонт. Он мне сейчас сказал, чтобы я выключила электричество в подъезде. Вот. Потому что, видите, все течет. Видите, вода течет. Это пи***ц, ребятушки. Это просто, я не в шок был. Я как поняла-то, у меня, короче, слышу, что-то капает. У нас, короче, из люстры начала капать вода. Думаю, что за фигня? Ну, промокла, да, ничего страшного. Ничего страшного. Сиди, Заинка, не бойся. Не бойся, зайчик, все хорошо. Все хорошо, Заинка. Все хорошо. Ремонтники, вы на крыше? Ау! Вы какого делали, а? Какого у нас поток, придурки? Твари! Вы выйдите, посмотрите, что вы тут наделали! Что за... Да, у нас поток в подъезде! Капремонтники! Вот что нам теперь делать, а? Я отключила электричество. Я себя не знаю, вот тут мне муж сказал отключить. Что, да, вас что учат делать? Да я не ремонтник. А кто ты? Вот там они, я интернет делаю капельный. Так позови мне! Я все выключила. Выключила, то я отключила все электричество. Да, самоуправление вам надо звонить. Мы позвонили, они сказали, что это вот этим котлам надо обращаться пока при ремонту. Домоуправление нет при чем. Сегодня среда, я по средам обычно хожу в Пятерочку, закупаю продукты. Я не могу сегодня купить продукты со скидкой, потому что мы будем здесь без света еще минимум сутки. Но это если дождь не пойдет. А если будет идти дождь постоянно, то мы так и будем постоянно сидеть без света. Понимаете, да? Этим пидорюгам абсолютно плевать. Понимаете, вот по прогнозу дождь им плевать. Они все раздолбали и начали делать это все дело, да? Разварили там. И они так и будут это делать, вы понимаете, на сырую. Ну, как и дороги, да, кладут. Это капремонт по-псковски называется. По-российски. И за все это говно платим. Понимаете?